Двойное убийство в Мурманске зафиксировала камера видеонаблюдения. На кадрах не совсем отчетливо, но все же видно, как киллер стоит у офиса овощного склада. Похоже, он ждет, когда в поле зрения появятся жертвы. После производит несколько выстрелов и убегает. Напомню, преступление произошло накануне вечером в центре Мурманска. Два человека были убиты, еще один влиятельный в городе бизнесмен с тяжелыми ранениями находится в больнице. Преступников ищут.